Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Рад вас видеть. Сегодня мы пошли за грибами. Здесь вот мы в нашем саду находимся, где у нас яблони и лещина посажены. Сейчас пройдемся, посмотрим, сколько сможем насобирать грибов. У нас сейчас идут рыжики. Дело в том, что у нас тут грибники одолевали всю неделю. Приезжали, собирали на наших полях грибы. Мы их не гоняли, так как все равно у нас нет возможности в данный момент собирать. Только так для себя. Со следующего года будем их гонять и собирать грибы на продажу. В этом году у нас стройка. Есть более важные дела, скажем так. Ну, рыжиков у нас много должно быть. Вот, вот, кстати, рыжики, рыжики. Пошли, пошли. Вот так вот. Сейчас начнем собирать. Ладно. Потом продолжу, покажу, сколько мы собрали. Друзья, насобирал вот такой пакет. Уже устала спина. Попадаются, конечно, червивые. Червивые я не брал. Брал только нормальные. Грибов море. Вот. Я уже думал отнести пакет до машины. Но иду, и везде попадаются вот такие вот кучки. Даже, уже не знаю, наверное, не буду останавливаться. Сейчас унесу и пойду снова собирать. То тогда до машины никогда не дойду. Ну и потом покажу вам результат нашего сбора грибов. До новых встреч. Грибов море. Вот столько грибов нам удалось насобирать. Часов за 5, наверное. Да? Очень много червивых еще попадается. В основном рыжики. А бабки немножко. Маслят чуть-чуть. Маслят тоже в основном все червивые. Ну и рыжики, 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 рыжики. Практически одни рыжики. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Пока.